Идем вниз. У меня выключатель. Поэтому иду до выключателя. И крест-накрест буду сейчас вырезать обои. Так, длина. Длину сейчас укорочу. Ой, хорошо режет ножичек. Так, теперь, ребята, выключатель, который совсем еще пока не выключатель. Но место занимает и работу стопорит. Шпантель. И низ помажу. Приглажу. Нож. Режу по рамке. Перед этим я выведена крест-накрест. Шпатель. Стайр. Нож. Уфа, лезвие. Ставлю в угол. Туда-сюда этим шпателем вожу. Теперь его ставлю по этой стене, которую только что клеил. И потихонечку его продвигаю. И следом за ним нож. Держу по добору над дверью. Тут лоскут надо отрезать. Ставила нож и режу. Так. Сейчас будем прокатывать с вами стык. Приглаживаю стык. Вот так. Так, сейчас идем вот на эту длинную стену с вами, ребята. А вы пишите комментарии, ставьте лайки. Сейчас нанесу клей и с вами свяжусь. Пока.